Вообще, вот, вот. И сейчас согни руку в локте. Согни в локте. Вот, вот, вот уже. Вот, вперед немножко. До конца не вот она, смотри, висит. Вот. Оп. Вот, умница. Вот так вот, значит. Вот, молодец. Молодец, значит, да, вот так. Значит, не обязательно ногу разгибать тебе. Варя, а еще вот такой вариант, ну, как бы легче. Когда левый локоть облокачивается в ребро, да, да. То есть ты как бы еще поддерживаешь. Попробуй еще раз. Вперед, ногу вперед подай, вот, чтобы она тебе просто забыть про нее, про правую ногу. Она у тебя как лежит где-то. Столько не нужно. Так вот, так мало играть. Растяжка нужна. Надо ногу выпрямить. А я не могу выпрямить. Если назад, тогда она будет. До конца не выпрямляй. Видишь, вот она не прямая. Она просто висит у тебя на плече. Пальчик выше в сантиметр. Смотри. Еще по сантиметру. Ага. Еще по сантиметру. Да. Еще. А вот уложил. Сколько тебе больно становится? Тихонечко. Не торопись. Еще сгибаю в локте. На следующей тренировке. Ладно, уже молодец. Вот согнутой ногой. Сделаю. Молодец. Хорошо. Четвереньки. Пальцы на руках. Средний палец вперед. Сейчас сделаем волну от копчика до макушки головы. Вдох. Выгибаемся. В последнюю очередь голова. Выдох. Начинается с того, что копчик под себя, прокатываем каждый позвоночек, и потом в последнюю очередь голова вниз. Вдох. Прокатили каждый позвоночек, в последнюю очередь голова. Выдох. Копчик под себя, прокатываем каждый позвоночек, в последнюю очередь голова. Дыхание сжаем. Вспоминаем. Заканчиваем выдохом. Стопы на пальчики ставим и плавно втекаем на боку. Пальчики рук, средний палец вперед смотрит, пальцы широко расставлены, вся поверхность ладошки вжата в коврик. Отталкиваемся ладонями от коврика, отталкиваемся. Грудную клеточку, пружиним грудной клеточкой вниз. Шею расслабили. А дальше уже заднюю поверхность ног каждый своим способом вытягивает. Поочередно, плавно, сгибая ноги в колени. Медленно. Одну ножку согнули, потянули противоположную пяточку. Другую ножку согнули, противоположную пяточку потянули. Шея при этом расслаблена по возможности. Грудная клетка тянется вниз. Банка.
Хорошо. Посмотрели вперед, поставили на пальчики. На пальчиках. Вот так накатываясь вперед, переносим. Плавно. Левую ногу согнуто в колено. Левое колено смотрит чуть левее. Ага. И вот так попружинили, переносили вес тела в переднюю поверхность правой ноги. Сюда. Накатиться. Вот так. Наоборот, правую, да, да, да. На правую ладошку упираемся. Еще больше вес тела переносим. Поставили правую ногу на пальчики ног, на пальчики ног. Сейчас вот напрягли, оторвали коленочку, оторвали, напрягли, расслабили, угу, колено положили. Еще раз напрягаем и кладем коленочку. Дальше, кто руки поднимал в ту сторону, в левую, тоже поднимаем руки. Хорошо. Переносим вес тела в левую ладошку. Расслабились, перенесли вес тела и левую пяточку выносим вперед, так чтобы угол стремился к 90 по возможности. И здесь тоже каждый свой вариант. Или просто потихонечку вот так вот пружиним, грудной клеткой тянемся животом, грудной клеткой, не с круглой спиной, а с прямой. Пусть немножечко, но прямой, да. Или вот так же, как облокачивается. Еще. Хорошо. Пяточку обратно. Беремся за правую щиколотку. Изнутри. Изнутри. Угу. Поразгибали слегка. Так вот.
слегка поразгибали ногу, расслабили плечо, повытягивали плечо. А потом тянем пяточку за бедром. Стараемся пяточку потянуть не к ягодицам, а к тазобедренному суставу. Тогда начинает тянуться передняя поверхность. Не вот сюда, не к ягодице, а ближе к тазобедренному. Опускаем пяточку, перекатываемся через правое колено и выносим левую ногу. Приподнимаемся, ладошки на левое бедро и с прямой спиной стараемся наклониться. Прямая. Теперь сгибаем левую ногу в колени и попереносили ее с тем, согнули, разогнули.